пока быстрым темпом снимал ролик, весь аппетит пропал. Уже ничего и кушать не хочется. На вторые, да, сутки заказали чуть-чуть белого. Девчата кушают. Я сижу, нагоняю аппетит на завтра. Просто невозможно. Уже ничего не лезет. На вторые сутки обожрались. Аппетит надо заслужить. Хотя и купаемся. Ухаживают за столом, полуресторанное обслуживание. Детям просто изобилие, сладкоежкам. Все на объедение. Пусть родные порадуются, друзья стремятся. Это только маленькая часть того, что заснял на скорую руку в живом эфире. Всем приятного аппетита. Хороший.